Всех приветствую на своем канале. Сегодня у нас 5 декабря, на улице минус 5. Занимаюсь стыковкой двигателя от стиральной машинки автомат и, короче, от дрели редуктор. Но ролик не о стыковке. Сделал переходную пластину, как бы. Это потом стыковать буду. Ролик, короче, про двигатель от стиральной машинки и подключение его через вот такую вот штуку. То есть видно плохо, наверное, будет. Вот так вот. Мотор, спид, контроллер. Не видно ни хрена. Через вот такую штуку, короче. Мощность у него 400 ватт. Заказывал я ее с Алиэкспресса. То есть через нее, с таким двигателем и с таходатчиком, вот с этим таходатчиком, короче, нету потери мощности. Пробовал я подцеплять данные двигатели такого типа через диммер, через кнопку, получается, от дрели. Идет очень большая потеря мощности. С этой штукой вообще красота. То есть он добавляет, убавляет. То есть вот включение, там небольшое это, и добавляю я. То есть вот минимальные обороты и до 15 тысяч, короче. Вот на самых минимальных, даже на самых минимальных вот я ставлю. То есть потери мощности нету. Мощность всего 300 ватт. Я сейчас попробую показать, зажать его. То есть вот я его не могу зажать. Со всей силы давлю. Идет провал небольшой в оборотах. Ну, таходатчик добавляет все это дело. То есть вот 300 ватт я не могу просто зажать его. То есть он добавляет мощности. То есть штука вот эта вот. Очень дельная вот это вот. То есть потери мощности не будет. И регулировать обороты можно от нуля и больше получается. То есть такой регулятор оборотов я заказывал с Алиэкспресс. Ставил на... Ну, это у меня с этой... От пиросъемной машинки я поставлю в описании сверху ссылку, как делал, да чё. Это у меня с пиросъемной машинки. То есть опыт был. Работает он отлично вот в паре с этой штукой. То есть двигатель, вот эта штука считывает обороты двигателя и добавляет мощность. То есть всем рекомендую. Как бы при включении. То есть включаешь, когда есть такой, как щелчок, он как бы это проворачивается. И все, и добавляется. То есть вот я добавляю. И все, изолента слетела, короче. То есть минимальные обороты двигателя. То есть вообще минимальные обороты. И я не могу его задушить. Я не могу его задушить, вот получается. При минимальных есть вот такие как провалы скорости. Я не могу его задушить, получается. Ладно, короче, я занимаюсь стыковкой двигателя с редуктором. Сейчас буду все выставлять, привариваться шпильками там. Ну, это в следующем ролике. И попутно у меня коптится еще домашняя колбаса. Ну вот, собственно, результат проделанной работы. То есть здесь стыковать пришлось шпильками М6. Здесь было засверлено, заклепано. Пришлось высверливать. К плите прицепился вот здесь. А сзади трубки на 15 на 15. Здесь вварил гайку, получается, туда вовнутрь трубки вварил гайку и
закручиваются болтами будет. То есть двигатель получается здесь открутил, здесь открутил, здесь открутил и съемный снимается. То есть обороты включаем, добавляем. Минимальные обороты, биения нету. То есть извиняюсь за качество съемки, конечно. На улице уже 5 час, темнеет. Добавляем. Вращение получается против часовой стрелки. Шумит он, конечно, сильно. Вращение получилось против часовой стрелки. Надо будет со схемой разбираться, там реверсивную сделать, чтобы и назад вперед, короче, делалось. То есть вот как получилось. Здесь в дальнейшем надо будет к этому хомуту, уже к стойке, к вазовской рейке рулевой, короче, от ВАЗ-09 цепляться. Но это в следующем видео. Биения в патроне нету. Здесь тоже нормально все в этом месте. Как бы минимальные обороты, говорю, вот выставляется. Самые минимальные обороты двигатель получается, сколько он? 300 ватт. Вот я не могу остановить патрон, получается. Это сейчас на откручивание патрон пошел. Но все равно снимать его надо. То есть патрон съемный, переходником, как бы. Ну все, всем спасибо за просмотр. Буду работать дальше. На сегодня хватит. Как бы меня все устраивает. Как бы это все получилось. Конструкция съемная, разборная. Как бы дальше. Дальше будет видео по стыковке уже. Стойку надо будет делать, раму. И надо будет со схемой разобраться. Подключение, чтобы вращение не по часовой стрелке идет. То есть не по часовой стрелке, а против идет. Надо будет переключить, сделать реверсивный. Ну и для аппетита дрова уже прогорели практически все. Красота. Вчера жена колбасу делала домашнюю. То есть вот красотень, вкуснотень. Это вот в кишках домашняя колбаса. А это вот в коллагеновой оболочке попробовать. Не знаю, это первый раз пробовал я так коптить такую колбасу. Всем приятного аппетита, короче. Запах обалденный. Рекомендую всем коптилку, короче. Ладно, всем спасибо за просмотр. Всем всего хорошего.